сегодня чувство обоснования. Посмотрите, как развивалось человечество. Сначала бегали с палкой, потом изобрели колесо, пароход, самолет, полетели в космос. А сейчас мы как будто остановились в развитии. Мы из общества покорителей превратились в общество потребителей. Но измельчали. Увы, измельчали. Их же потомки прячутся робко в затхлой тиши кабинетных коробок. Мыслят стандартно, и даль не бредит, сводит безжизненно с дебетом кредит. Мелко мечтают, думают редко, в них ничего не осталось от предков. 8 апреля 2017 года не стало мечтателя, исследователя, одного из покорителей космоса, одного из первых, героя нашего времени. Не стало Георгия Михайловича Гречко. Он ушел, а вместе с ним ушла эпоха. Эпоха великих свершений. Эпоха великого народа. Эпоха первых. Большой.